ответить. Пока трэш бьем, там договоритесь, кому надо в рейд, кому не надо. А буду ступить. Нет ничего нового. Я тоже, у меня вообще КД. Пришел чисто на помощь. Войт, а может давай я шамана сюда закину в гильду? Да закидывай, это что? Киньте тогда инвайт. Ну там кто-то киньте его. Выбирай, кто будет чипить, то я могу Да мы Анубу будем добивать. После целка. А, то есть никогда? Никогда не говори никогда. Кара настигла, блядь. Долгонок в кармане звенит, блядь.
О, мудак, блять. Откидывает и откидывает. Я на боссе, там и ваши две копии. Ты берешь. А еще рарник есть. Тело зачем покидаешь? Далеко, мне кажется, нет. Все, заходи. Конечно. А киньте инвайт Медганству. Пау, это забыл кто. Арис. Арис Хант. Увы. Я ебал, блядь. Этот пидор вообще ходит, нет? Или что он вечно стоит, нахуй? Чё за хуйня? Он постоянно в дефизе. Развелось, блядь, фростмагов. Тут, по-моему, все мальчики постыкут.
что файеры не дамажат. Так, что, замеряем ДПС? Хотя тут ферряет пол рейда. Тремор китайский. Или он не снимает его? Эфир Пристовский снимается. А вот масса севня почему-то не хочет снимать для тебя. Эфир физический, потому что... Магия. Берегитесь. Ну, варовский фиртан тоже снимает вроде. Вот, да, вары могут снять спокойно, присты спокойно могут снять, нежить спокойно снимает эту всю гадость. Только своими этими. Так. Ашгар, ты во тьме там не помрешь? Я не должен. Так. Авеладния, Мордаун, в свету остаетесь. Остальные два Эрдру и Ашгар во тьме. Первая, вторая во тьме. Так, Вилаша, что, тьму потанчишь? Танканул свет. Тут и Вилаша нет. Ладно, тогда я потанчу. Первая, вторая во тьме есть еще. Третья, четвертая в свету. Заходите за ледью. С подыбала уйдите. Чё стоите? Иди забирай босса. Треугольника заходите. Так, начнем заранее двигаться. Потихоньку двигаемся.
третья, четвертая. Сейчас будет фаза, на выход готовьтесь. Выходите. Быстрее, портал пока не исчез. Тьма, притормозите. Этот Мидарк, давай в свету Геру. Все, тьма, бьем. Шарик, не забеги. Ну ты беги к стене, то что ты стоишь? Стоять нельзя. Рональдини, Ареса и Зози в свету. Вален, давай Геру. Чё за диспел? Это я, мисс Рипман. Куда ты бежишь? Я понял, блять. Падайте в огонь, заходите. Че, думаешь, не дольем? Тьма мертва. Седьма мертвая. Да, тут уже ничего. Сделаем. Что у вас там случилось? Пэллы, походу. Вы сдохнуть можете или что вы делаете? Тяжело сдохнуть. Сейчас, блядь, пол рейда нахуй вылетит, блядь, из игры нахуй, из-за того, что они призраками ломятся, пока тут босс живой, блядь. В чем сложность взять и сдохнуть? Баф быстрее. А есть у кого-то дживс? Ой, или так. Заходите за линию. Забирай. Так, Сабира, Реса и Мэтт Фокса, Рональдини, вставай. Вадикон, Реса и Мордаунта. Да, Реса Мордаунта, Реса он тупо лежит. Сейчас я этот огонь пройдет, я встану. Что надо я было резать, и вы в свету, блять, надо БР из тьмы тратить. Молодцы, нахуй. Ну как, я не знаю, нахуй. Ну, нахуй ты зашел в портал. Ты танк, нахуй. Пизду, падаем еще раз. Заходите, падайте.
Во тьме люди до конца остаются, они не могут дать БР, им нужно выходить для этого, это нецелесообразно, поэтому лучше их БР потратить в первую очередь. В БРе там дохуя, вон 4 друида или 3 там во тьме. Если ту БР не должен тратить, ты на третью фазу должен остаться с этим, с БРом. На пул охуенный у вас, конечно. Оставьте Джиса, пожалуйста, есть у кого? Мамонт есть, вот он. Стоит. Жрите рыбу быстрее. Ману, резать идет, рыбу не видно, что-то отойдите от нее. Или что, или съели уже? Ее не ставили же. Ага. Она пропала. Вот еще рыбу. Это с прошлого было. Да. Видите, метеор падает, вы стоите на месте до сих пор. Ну, успели нормально. Треугольника заходите. Скоро лезвие будет, готовимся. Потихоньку двигаемся. Третья, четвертая, готовимся на выход. Выходим. Портал быстренько. Подъебало только, если успеете. Там дыхание скоро будет. Вы чё, бомжи? Выйти не могли, что ли? Тьма, стоп, дамаг. Рональдини, Ареса, я устала. Сабира и... Вадикон, иди в свет. Сабира, оставайся. Реснишь там ровение, она. Некогда. Меня что-то не показывают. Тёр прибежали. Валент, давай Геру во тьме. Мне Геру давать? Да.
Метеоры перебежали. На танке. Тапки бичевские надо кому-то? Танковские. У тебя танка спек мейн? Ашгар? Ред. Кулипал это третий спек. А протопал будет? А протопал, да, будет. Да, он есть. Замените Сабиру, сейчас я на Лока зайду на кризиса. Короче, у меня фокусируй, жмет 10%, ты 100% жмешь. У тебя танк есть, Эшгар? Ну, давай ему, у меня не в первую очередь танка делать. А, ну все. Он куда-то вылетел, я хуй знаю. Ой, это... Ты я можешь это... на кризиса закинуть? ЕП, ГП, это хуйня. А ты на ком был? Фокусируй одном. На Сабире. Так. Авилания, ты зайди, спеешь. Жмешь 10%, а он 100% нажимает этот. Ну, потому что я жму, так как это, ну, какой-то спек, критика. Че, Ашгар тебе закидывать на хапала? Ну, на хапала надо, если он мейном ходит хапалом, отдавай ему. Ну, тема в том, что никто из нас, типа, не мейн, поэтому я хер знает. Ну, типа, там без разницы. Ну, он 100 нажимает, ты 10. Ты просто давно увидел, у тебя ИП дохуя приор, а у него давай 0. Мне. У него 0 приора. Вилани давать, да? Ну да. Спасибо. Ёбаный в рот. Ну целка состав тот же. Я сейчас на ШП зайду. Может что-то поменяется. Так. Я по хантом сходил. Я бы за ДК сходил. Вот он на Ральдине, КД, я помню, он что-то писал. Хуёвый ДПС, там что-то. Вот у 228 почему КД на ЦЛК, что-то не понимаю. У нас так-то два рейда ЦЛК стоит.